Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Приготовились слушать сказку «Разные колеса». И я приготовилась вам читать. Ну, я же вас пригласила, да, на канал Баба Надя. Слушайте. Стоит пенек. На пеньке теремок. А в теремке живут мушка, лягушка, ежик, да петушок, золотой гребешок. Вот такая компания. Вместо мышки мушка. Вот как-то пошли они в лес за цветами, за грибами, за дровами, за ягодами. Ходили, ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да непростая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое, пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит, грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ежик, да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил. Тоже смотрит, смеется. «Это твоя телега?» – спрашивают зайца. «Нет, это медведя телега. Он ее делал, делал, да не доделал, да и бросил. Вот она и стоит». «Давайте возьмем телегу домой», — сказал ежик. «В хозяйстве пригодится». «Давайте», — сказали остальные. Стали все телегу толкать, а она не идет. У нее все колеса разные. Толкали, толкали, толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая, то яма, то кочка. А заяц хохочет от смеху, надрывается. «Кому нужна такая негодная телега?» «Устали все, а бросить жалко. В хозяйстве пригодится». Опять ежик догадался. «Давайте все по колесу возьмем». «Давайте!» – сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка – маленькое колесико, ежик – побольше, лягушка – среднее, а петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит: «Кукареку!» Заяц смеется. Вот чудаки! Домой разные колеса покатили. Тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. «Я знаю», — сказала мушка. Взяла самое маленькое колесико, прялочку сделала. Ежик догадался к своему колесу две палки приладил. Тачка получилась. «Я тоже придумала», — сказала лягушка. И колесо побольше к колодцу приспособила, чтобы лучше было воду бросать. А петушок
большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил. Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки прядет. Лягушка с колодцу воду носит, огород поливает. Ёжик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит. А петушок на мельнице муку мелит. Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его как дорогого гостя приняли. Мушка ему варежки связала. Лягушка морковкой с огорода угостила. Ёжик грибами да ягодами. А петушок пирогами да ватрушкой. Стыдно стало зайцу. «Простите меня», — говорит. «Я смеялся над вами. А теперь вижу... В умелых руках и разные колеса могут пригодиться». Сказке конец. А кто слушал, молодец. Ребята, ну как видите, что вам сказочка, а мне лайков вязочка. Честное слово, мне приятно, когда вы ставите лайки. Тогда мне еще хочется интересные сказки вам записывать. Давайте рассмотрим вот эту картинку, где заяц гостит у петушка, у ежика, у лягушки и у мушки. Ну, смотрите, выше всех, конечно, цветок. Ну, цветок такой похож на какие-то колокольчики, да? Ну, самый большой, конечно, петушок, потому что голова петушка повыше головы зайчика. А теперь давайте всех будем, кто справа, кто слева, кто вверху, кто внизу. Ну, вверху, конечно, то, что с левой стороны я сказала цветок, ну, это вроде бы как неживое существо, да? А вот про существа, про мушку говорим, она выше всех. Согласны? И обратите внимание, что как раз зайчику она варежки одевает, которые сама связала. А у петушка вон во рту у него какой бублик. А на пенечке там в самом деле и пирожочки. А у ягодки, у кого ягодки? У ежика, вы посмотрите в корзиночке. Там не только ягодки, а прямо ягодки на листочке подает зайчику, да? И морковочку. Вот, смотрите, две морковки притащила лягушечка. Одну побольше, а другую поменьше. Ребята, с вами была Надежда Николаевна. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго!